А на окраине Великого Новгорода в микрорайоне Волховский тем временем дорожники приступили к ликвидации дорожной проблемы. Капитально отремонтировано будет полотно на трех улицах – Лесная, Гражданская и Проезжая. Состояние дорог на этих улицах оставляло желать лучшего. Асфальт не меняли уже больше 10 лет, обочины не чистились, да и особо не обслуживались. Поэтому быстро пришли в негодность. Преображение улиц уже началось, и видны изменения. Положен первый слой асфальта. Работа предстоит масштабная. Нужно закатать 6 тысяч квадратных метров полотна, при этом соблюдая все технологии. Так как в первый раз к его укладке дороги нормально не подготовили, подрядчику придется исправлять ошибки прошлых лет. Отсутствие основания на улицах. Приходится перед укладкой выравнивающего слоя закладывать карты, дополнительно укреплять основание дороги. Вот здесь и сложности. Обочины уже давно не обрабатывались. Полотно дороги находится ниже уровня обочины. Поэтому сверхположенных по контракту работ подрядчик принял решение их очистить, чтобы после укладки завершающего слоя укрепить как следует. И тогда дороги точно будут сделаны по всем правилам. И действительно нормально делают, то есть достойно. Закатывают в два слоя, как положено. Тем более давно не было нормальных дорог, а тут сразу параллельно делаются и центральная дорога, и дороги проездные. Пока что работы приостановили. Чинят один из колодцев ливневки, который протекал, и вода портила полотно. После того, как его отремонтируют, подрядчик сразу же продолжит укладку асфальта и планирует завершить ее на всех трех улицах уже в первой половине мая.